Экспресс-мастер-класс провели сотрудники Мозырского погранотряда для старшеклассников в рамках допризывной подготовки. Стадион 12-й школы на некоторое время превратился в участок границы. Учителя-офицеры посвящали подростков во все нюансы службы. Упор делали не на лекции, а на практику. Одно дело стрелять в компьютерных играх, другое – увидеть и потрогать настоящее боевое оружие. Примерить предметы маскировки, спецсредства, пообщаться друг с другом по рации. Курс молодого бойца для потенциальных призывников – продумали до мелочей. Это своего рода военный пиар. В погранвойсках служить не только престижно, но и интересно. Рассказать и показать, чем занимается одна из самых боевых частей в нашем Мозыре, это наш Мозырский пограничный отряд. Показать и рассказать, что такое государственная граница. Еще раз повторюсь, проявить чувство ответственности. И, как говорится, как вторая цель нашего вот этого занятия, это из этого числа данных обучаемых, как перспектива, это профориентационная работа. Таких зрелищных занятий у мозырских старшеклассников еще не было. Эти ребята еще не чеканят шаг, у них это впереди. Но уже должны осознавать, служба в армии – мужская обязанность. Этот урок мне показался новым, потому что я впервые был на таком мероприятии. И это мероприятие мне показалось довольно интересным и захватывающим. Я узнал много нового, и люди профессионально подходят к своей работе и рассказывают о своей работе. Я считаю, служить в армии – это достойно, это также поддерживает физическую форму, а также мужество. Полковник в отставке Станислав Жигадло, хотя и служил в войсках противовоздушной обороны, говорит, для приграничного Мозыря эти занятия весьма актуальны. Содержание, где реальные пограничники участвуют в этом занятий, есть еще морально-психологическая и философская сторона этой проблемы. Это восприятие их службы, необходимости, важности и значимости. Глядя на них, они формируют себя. Поиск по следам злоумышленника, умение ориентироваться по звездам, досмотр автомобиля и как с помощью сигнальной ракеты вызвать тревожную группу. Удивить современных подростков непросто, но пограничникам это удалось. Ну, мне понравилось, в принципе, все, доступно объясняют. Ну, больше всего мне понравился разбор оружия на данный момент, как бы такая интересная тема, то есть узнать, как строение его, как использовать, то есть мне понравилось. В качестве зрителей детвора и одноклассницы. Массовая поддержка из представительниц прекрасного пола. В армии парни становятся настоящими мужчинами, уверены ровесницы. Я считаю, что парни должны служить в армии, так как армия делает из них настоящих мужчин. Они становятся смелее, сильнее, мужественнее. Впереди у этих ребят еще один школьный год, а пограничники уже продумывают план мероприятий. Обещают пригласить в гости в отряд, ведь о своей смене нужно думать уже сегодня. Виктория Синицкая, Вячеслав Приписнов, Вячеслав Пересыпкин, телеканал «Мозырь».